вход стоил 250 гривен с человека, взрослый. В принципе, цена немаленькая. Сейчас посмотрим с вами, что входит в эту стоимость и стоит ли она того, самое главное. Также, из интересной информации, туалеты, если надо, для детей, для взрослых, сразу же находятся в здании входа этого. С правой стороны женский, с левой стороны мужской. Если надо. Так, идем дальше. Советую, друзья, в зоопарк приходить в будний день, вот как сейчас. В принципе, людей нету. Единственное, что это много детей с автобусами, с школьными экскурсиями приехали. То есть, только так. Потому что выходной день здесь очередь. Я лично был пару лет назад здесь. И была очередь метров, ну, наверное, 500 от входа. Поэтому такое. Карликовая корова здесь есть, по имени Марта. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Интересно, как она выглядит. На территории зоопарка заметил много детских площадок, детских локаций таких. Так что, если будете с детьми, я думаю, им будет интересно. Помимо животных, можно и поиграть на площадке, и полазить. Здесь есть такие локации. Сейчас дальше чуть покажу еще больше локаций. А здесь интересный вольер для купания медведя. Классная тема такая. Правда, сейчас он внутри, скажем так, не хочет на улице быть. Чуть дальше, главное, друзья, назову цены на мороженое, на какие-то напитки, такое все. Мне очень важно узнать цены и сказать вам об этом, потому что это важная часть нашей поездки. Сейчас мы находимся в вольере с обезьянами, как вы могли догадаться. Тут очень классная локация, такое искусственное дерево сделано. Как для фотосессий, каких-то для инстаграма и так далее. Красиво, мне кажется, очень красиво даже. Самое дешевое мороженое в стаканчике 30 гривен. Есть также по 45, по 70, по 80. Пепси 0,5 30 гривен стоит тоже здесь. Тоже для информации вам. В принципе, можно с собой взять что-то, разумеется. Правда, много не утащите. Также здесь есть ресторан, мы чуть позже пройдемся и посмотрим цены. Сразу говорю, что во все вольеры надо заходить в маски, поэтому берите с собой маски, антисептики, потому что вас никто не пустит в вольер внутрь, ну, не вольер, а, так сказать, внутреннюю часть зоопарка, вот так вот, если правильно. Так что одеваем и идем. Аквариумы супер, мне очень понравилось. Советую зайти сюда. Он находится чуть левее от входа, если что. Также мы с вами были только что во внутренних вольерах, а вот есть такие уличные. То есть летом выпускают сюда крокодилов или бегемотов. Ну, в общем, разных животных других.
кстати, приятно удивило в этом зоопарке, то, что нету ни запаха какой-то, ни вони, все чисто, все аккуратно. В этом плане, конечно, респект, реально молодцы, аккуратно все следят за всем. Сейчас дошел до самой большой площадки, которая здесь есть, детка. Смотрите, это нереально, она огромадная просто. Такая на фоне замка, грубо говоря, диснеевского. Друзья, моя статуя, смотрите, статуя злодея, весело, идем дальше. Мы с вами в начале видео были в зоомагазине, так называемом, здесь с едой. И там есть специальная еда для жирафов. Вы можете купить еду там и кормить жирафа прям с руки. Очень у многих есть фотографии в Инстаграме, посмотрите обязательно. Как и обещал, друзья, дошел до ресторанчика, фудкорта такого. Сейчас подсниму, что почем, какие цены. Взял вот такой вот хот-дог с овощами, называется. 80 гривен. Попробуем, узнаем, как оно. С виду и по запаху очень классно. Хорошие. Только что покушал хот-дог. Если честно, я вам уже не стал этого говорить там. Но он был нереально острым. Я сидел и рыдал, как девчонка, от остроты. И мне кажется, это была не горчица, а что-то другое. Потому что горчица такой эффект сильно не дает, как по мне. Так. Вытираем слезы, идем дальше. Также здесь в аренду есть такие, как веломашинки. Вот эта четырехместная машинка стоит 150 гривен 15 минут. Правда, здесь ездить негде, вот только по этому кругу, который есть. Ну, для детей больше рассчитано. Вряд ли для взрослых. Перейдем к еще одному вольеру, называется вольер с белым тигром. Такая классная смотровая площадка здесь над вольерами, как будто бы сверху над ними находимся. Очень так, не знаю, такой пейзаж прям на все клетки, на все вольеры.
Mm-hmm.